Всем добрый день! В моем сборнике рецептов есть один салатик. Ну, обычно я его готовлю на новогодние праздники, когда к зиме мы уже скучаем по витаминам и нам хочется винограда, яблока, сельдерея. И вот я подумала, а почему бы этот салат не приготовить сейчас, в сентябре, когда преимущественно все продукты для него можно взять из сада. Для такого вкусного, легкого, полезного салата мне понадобится виноград, яблоко, сельдерей, кедровые орешки обжаренные и для заправки салата, майонез или йогурт. Если у вас виноград крупный, то желательно избавиться от косточек. Разрезаю пополам и достаю косточку. Если у вас виноград кишмыш, у вас нет этой необходимости. Яблоки я почистила от кожуры, так как у этого сорта она очень плотная, и нарезаю кубиками. Сельдерей режу на полоски и буду нарезать на тонкие пластинки. Высыпаю сверху кедровые орешки и тщательно перемешаю. Часть салата я заправлю йогуртом, а часть салата с майонезом. Йогурт домашний, он имеет нейтральный вкус. И такой салатик подойдет деткам. А с майонезом будет салатик для взрослых. Приятного аппетита!